А перед просмотром данного видеоролика, друзья, я хочу представить вам канал Скилловика. На канале данного парнишки вы найдете видео про Minecraft Pocket Edition, а также найдете обзоры разных Android игр. Друзья, также здесь есть и посылки из Китая, которые парнишка обозревает сам, что очень классно. Есть и всем так любимый Clash of Clans, я знаю, что многим он нравится и многие его любят. Ну и конечно, друзья, как я сказал, здесь есть и Minecraft. Это что очень-очень классно. Поэтому переходите на канал через описание, ставьте ему лайки и подписывайтесь, друзья, на канал. И когда будет у него много подписчиков, тогда автор данного канала будет сильно рад. Поэтому, друзья, чтобы порадовать его, обязательно подписываемся на канал. Ссылка на канал будет в описании. Здорово, бандиты! С вами Стив Про, и сегодня я покажу мод, добавляющий новых мобов и новые вещи в наш любимый Майнкрафт. Что же, а перед тем, друзья, как начать обзор данного нового мода, я хочу сказать, что 24 декабря будет трейлер карты, хоррор-карты, друзья. Наверное, многие заметили, что летом была эта карта, и на нее были часто обновления. Поэтому данную карту я переношу на новую версию, и в ней возникли довольно большие трудности. А также 24 декабря будет обновление моей зимней деревни в плоском мире. Поэтому, если вы хотите, то включайте, друзья, мой канал 24 декабря в 7 часов, то есть утром, и вы увидите первыми вот эти видео. Ну, а мы начинаем. И, друзья, сегодняшний мод добавляет и вправду около 50 новых мобов, а также около 20 новых вещей, что довольно классно, и данный мод показывает, что из себя может представлять моддинг в нашей мобильной версии. Давайте начинать, друзья, и первым нашим мобом будет шимпанзе. Маленькая шимпанзе, извини, что я поступаю с тобой так жестоко, но, друзья, он слишком маленький. Вот, друзья, и, кстати, этот зверь напоминает моего друга. Да, чем-то так похож. И, кстати, сейчас мы находимся где-то на высоте около 200 блоков. Ладно, мы тебя оставим, если, конечно, ты сам не захочешь туда спрыгнуть. Но я вряд ли хотел бы туда упасть, потому что там бездна. Ладно, друзья. Дальше мы посмотрим на вот такого тигренка, хотя нисколечки это уже не тигренок, это настоящий тигр, настоящий хищник, но его мордочка такая довольно прелестная, и убивать его совершенно не хочется. Да, пока что они стоят и не хотят умирать. Ладно, друзья, дальше у нас идет крокодайл, то есть крокодил, вот такая махина, и, кстати, почему-то он умер. А вот почему, я так и не понял, возможно, его убил тигр. Но смотрите, друзья. Ух ты, а почему я на него залез? Что произошло, друзья? Эх ты, крокодил, друзья. Собственно, данный крокодил нас схватил и столкнул нас с нашей платформы. Да, кстати, я забыл, что они умеют здесь еще хватать. Поэтому, если вы встретите такого крокодила в вашем мире Майнкрафта, будьте довольно осторожны и лучше убейте его, иначе произойдет то же самое, что произошло сейчас со мной. Довольно прикольно. Что ж, дальше идет вот такой зимненький тюлень, друзья. Маленький заспавнился опять же, а вот уже большой тюлень. Дальше мы переходим к птичкам. Да, вот, друзья, птички, довольно веселые птички, улетели. Панда, кстати, очень похож на медведя, и я ждал, что в скором времени выпустит мод на панду, который заменял бы белого медведя, но никто его почему-то не выпустил. Очень странно, и, кстати, этим займусь и я. Ну, а это у нас, друзья, обычная козочка, маленькая, опять же, и что у тебя с головой? Ладно. Вот, друзья, нормальная коза. Да, 3D рога, 3D ушки и сама прикольная коза. Хотя головой все же вертит довольно прикольно. Также, друзья, появился новый меч. И почему вы на меня так все смотрите? Что вам от меня надо? Что я вам сделал? Вот, друзья, получите. Точнее, не вы, а вот они пусть получат. Хотя, с двух ударов я выношу всех почти этих мув. И тигр тоже давай выходи сюда. Уходи. И ты уходи. Оставлю только тюленей. Да, просто и милашки, друзья. Это просто милость. Отдельный лайк вот за этого тюленя и вот за эту милашку маленькую. Вот просто лайк. Ну, а, друзья, также мы добавляем 3 вида брони. К примеру, сейчас на мне одета броня. Сейчас скажу, что за броня. Давайте посмотрим.
Броня рептилии и выглядит довольно прикольно. Собственно, друзья, и за мод отдельный лайк. Также в этом моде вы сможете покушать совершенно бесплатно бургеры, что довольно замечательно. Для этого вам даже не придется отправляться в Бургер Кинг. Вы сможете сделать это прямо в Майнкрафте. Поэтому, друзья, на этом обзор наш заканчивается. Вот под таким закатом довольно прикольно. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Ну а так, до скорых встреч. А если быть точным, то 2, то 2, то 2, то 24 декабря.